Муниципалитет вводит дополнительный вечерний рейс скоростного трамвая. С 15 июля в расписание движения общественного транспорта добавлен рейс от станции Ельшанка. Изменения в расписание внесли на основании предложений, которые поступили в ходе обсуждения сотрудниками профильных служб и волгоградцами формата работы общественного транспорта города. Продление работы СТ до 22:15 позволит волгоградцам, которые работают в позднее вечернее время, с комфортом добираться домой на скоростном трамвае. В будни на линии СТ работает 21 трамвайная сцепка. В час пик интервал движения составляет 5 минут, в иное время – около 8 минут. В выходные дни маршрут обслуживают 13 единиц скоростного трамвая, интервал движения – 8-10 минут.